этого чувака, знаете, да, он был. И это же, конечно, Зоран! Который тебя победил в прошлый раз. Это не смешно. Умеет, точнее. Видите, у нас таких два листа, покажи. Задом наперед их держал. Вот такие вот листы. Я буду задавать вопросы, а Зоран на них, и я буду отвечать. Например, кто сильнее, показываем любое имя. Что ты за херню показываешь? Ну, как-то так. Да? Ну, да. Тогда поехали. Кто умнее? Кто сильнее? Кто красивее? Ну, это у меня Зоран. А у меня Порома. А, то есть я красивее, да? Одинаково. Все, одинаково. Поехали в путь. Кто тупее? Конечно, ты. Не считается. А чё так? Всё? Короче, поехали. Кто больше медалей? У кого больше медалей? У меня. Да, у него на одну медаль опережает. Ага, на одну. На 21. Ну, это тоже не смешно вообще-то. Это вообще не смешно. Пошёл из меня, Витя. Я шучу, иди сюда. Пикачу обиделся. Пикачу обиделся. Лайк за Пикачу, я просто мастер лайки. Да, лайки, все. Лайк. Мы ждем, пока творим. Поставишь его лайк. И подписка на канал тоже. Ну? Мы ждем, подписывайся. Вот ты испытываешь мое терпение, да? Мне такое не нравится, понимаешь? О, вот так, все. Так нормально. Продолжаем? Угу. Кто больше Аким? Аким. Кто больше Зоран? Я поставил Зоран. Ну, а я Зоран. А я Аким поставил. Такие лохи. Покажи все лохи. Кто больше Боб Марлин? Конечно же я. Да, точно. Он же негр. Шутка на 300. А сосет от Тариса буду я. Короче, меня. Ты будешь этим смотреть бой? С кем? Ну, спроси, какого тогда. Какой? Мой писан с его бой будешь? Нет, серьезно. Давай. Не, ну серьезно, нет? Давай. Посмотрим на твой бой. Обожаю этого. Нет, я должен был тебя затронуть. Обожаю этого бойца. Будешь своей губой. Как-то так. Так, дальше. Я уже позабывала эти вопросы. Давай, еще что еще можем спросить? Кто лучше ютубер? У тебя канала нету. А у меня батя, а у меня 10 подписчиков. У меня был канал. У кого? У меня был канал. У кого меньше зубов? Все. У тебя меньше зубов. Кто тут младше? У меня 56. У тебя 20. Кто тут младше? А, ну да. А, ну с этим не посмотрим. На 9 месяцев. Или меньше? Не знаю. Ну сколько? На год. А, нет, сколько? Когда день рождения? 19-го. Чего? Января. 2000? Я тебя затронула. Да, 2007 у тебя. А у меня 2006, 3 января. Ну, ты мне старше на 11 месяцев и 19 дней. А нет? Да. Ну да. Нечего согласить. Продолжаем. Мы просто лох по жизни. Ладно, шутка. На 300. Камалин, ты такой? Еще мы поняли юмор. Ставьте лайк. Да, ставьте лайк за юмор. Ну, если вы понимаете юмор, то он не понимает. Не мешай мне. Я тут. Не мешай мне. Что, передвигай, иди сюда. Иди сюда. Ну так, продолжаем к ответам. Какие еще можно задать эти самые вопросы? А, точно. Кто больше на овоща похож? А чё так?
Слушай. Ты на баклажана похож. А ты на помидор, ты такой красный. Короче, вот. Все, поехали дальше. Ну, кто это самое? Кто это самое? Кто это самое? Он меня бьет. Он меня избивает. Ну ладно. На этом. Не думайте, я не любимец. Я как-то купила для прикола. Точнее, мне сестра купила. Ну все, я думаю, вам понравилось. Смотрите видео до конца. Да, ставьте лайки. Если наберется 9 лайков на этом видео, то тогда ко мне еще вот этот человек придет по имени вот этот все, дед, скажет. Подписывайтесь на канал.